Овен. В центре внимания в этот день партнерские отношения. Это прекрасное время для укрепления постоянных союзов, восстановления и обновления длительных договоренностей. В ожесточенной борьбе с противником создаются предпосылки для временного перемирия. В любом диалоге придерживайтесь стандартных ритуалов общения. Прежде чем высказать собственное мнение, обязательно прислушайтесь к пожеланиям второй стороны. Телец. Постарайтесь правильно организовать рутинную работу. Если это вам удастся, привычные занятия станут не только неизбежной обязанностью, но и главным источником удовольствия. Повышайте свой профессионализм и совершенствуйтесь в умении сотрудничать. Тогда вам не придется беспокоиться о своем материальном положении. Это благоприятное время для визита к врачу, приобретения лекарств, разработки плана лечения. Близнецы. Безупречный вкус позволит вам сделать карьеру в сфере моды, дизайна и искусства. Есть шанс добиться успеха в области фриланса. Дети будут для вас предметом гордости. Личная встреча может дать старт длительной прочной связи. Возможно, объектом вашего увлечения станет коллега по работе или товарищ по интересам. Романтические чувства, проверенные временем, стоит закрепить помолвкой. Рак. Можно заниматься планированием быта, интерьера помещений, ландшафтным дизайном, косметическим ремонтом. Неплохое время для несложной уборки квартиры и подготовки к приему гостей. Если вы работаете дома, вам будет гораздо приятнее трудиться в комфортной обстановке, в которой нет ничего лишнего. В общении с домочадцами будьте дипломатичнее. Отдайте дань уважения старым традициям, принятым в вашей семье. Лев. Отнеситесь серьезнее к предписаниям врача, указаниям начальника, просьбам партнера по браку. Это хорошее время для проведения заранее запланированных официальных мероприятий, презентаций, переговоров, собеседований. Днем стоит отдать предпочтение деловому костюму, вечером классическому силуэту и сдержанным тонам. Старший друг может стать для вас верным спутником и наилучшим советчиком. Дева. Сегодня одна из первостепенных задач – поддержание правильного баланса между расходами и доходами. Покупки, которые вы делаете, должны соответствовать вашему положению или работать на исполнение ваших планов. Стабилизация вашего материального положения поможет женщина, начальник или партнер. Это удачный момент для приобретения подарков, предназначенных официальным лицам либо старшим по возрасту людям. Весы. В этот день вам нетрудно соблюдать правила делового этикета благодаря сдержанности в проявлении эмоций и выборе слов. Вы способны зарекомендовать себя как блестящего профессионала, надежного партнера, отличного управленца. Ваши таланты могут найти удачное применение в области программирования, архитектуры, посредничества и дизайна. В одежде вам идеально подойдет деловой стиль или преобладание классики. Скорпион. Ключами к успеху сегодня становятся умеренность, воспитанность, уравновешенность. Обладая этими свойствами, вы легко достигнете желаемого, либо найдете посредника, готового вам помогать. Избегайте привлечения, несправедливых однобоких решений, расточительности. Возможно, вам придется заполнить налоговую декларацию. Это удачный момент для тайного соглашения, устного или письменного. Стрелец. День благоприятен для заключения договоренностей, особенно долговременных. Официальный контракт будет необязательным, если вы заключили полюбовное соглашение с проверенными порядочными людьми. Возможно, вам пора познакомить друзей с любимым человеком, если вы не сделали этого раньше. Это хорошее время для поиска посредников, формирования команды единомышленников, получения консультаций по вопросам права, профессии и брака. Козерог. Для карьерного роста вам сегодня могут потребоваться воспитанность, эстетизм, профессиональное образование и опыт, навыки сотрудничества, а также умение сочетать официальный тон с непринужденностью манер. Вы можете многого добиться, если работаете консультантом, посредником, менеджером, квалифицированным секретарем. Это неплохое время для планирования, проведения встреч и совещаний на высшем уровне. Водолей. Все ваши расчеты в этот день неизменно оправдываются, а выбор оказывается на редкость удачным. Вы умеете привлекать к себе чужое внимание, но при этом прекрасно управляете своими собственными чувствами. Это замечательный день для заключения, возобновления или подтверждения длительной договоренности. Например, брачного контракта, профессионального соглашения, официального договора на работу за рубежом. Рыбы. Сегодня не стоит идти против закона и нарушать требования начальства. Для разрешения конфликтов рекомендуется обращаться в суд. Если в фокусе вашего внимания находятся семейные дела, отдайте дань уважения традициям и прислушайтесь к мнению старших членов семьи. Это подходящее время для планирования домашних мероприятий, общей оценки недвижимости, наведения порядка и красоты на принадлежащей вам территории.